Платных дорог в 63-м регионе пока нет, но это лишь вопрос времени. Мост в районе Климовки вскоре начнут строить, и проезд по нему, возможно, будет платным. Цену вопроса обсуждают на заседании областного Кабмина. В итоге определили, владельцы легковых машин за километр заплатят 2 рубля 10 копеек, грузовых авто – 12 рублей 30 копеек. За этими цифрами стоит жесткое экономическое обоснование. Расчет предельного значения максимального размера платы осуществлялся на основании методики расчета платы за проезд транспортных средств по платным дорогам, который утвержден постановлением правительства Самарской области 320. Предложение направят на рассмотрение в губернскую думу. Изменений требует и региональный закон об обеспечении наркотическими средствами больниц. В Самарской области за это отвечает предприятие-монополист «Самара-фармация». И пока договор с ним можно заключить только после проведения торгов. И вот тут и начинаются сложности. Анализ закупок, проводимых государственными учреждениями здравоохранения подведомственных министерству, также показывает отсутствие конкуренции, поскольку закупки признаются несостоявшимися в связи с подачей заявки одним участником – Самара-фармации. В правительстве же хотят отменить торги, ведь по факту их проводить не с кем. Окончательное слово вновь за депутатами губернской думы. Региональным же министерствам предстоит вскоре выдержать серьезный экзамен. Завершается первый год реализации нацпроектов. И вскоре предстоит выяснить, насколько ведомства справились с поставленными задачами. Первый год реализации нацпроектов скоро будет завершаться. И, конечно, к итогам года мы должны подойти со всей ответственностью, а самое главное – с результатами. Результатами, которые оценят граждане Российской Федерации, жители Самарской области, которые будут оценены на федеральном уровне. Это позволит нам создать прочную основу дальнейших достижений. Большая часть вопросов расширенного заседания касалась предоставления бюджетных кредитов муниципалитетам. Администрация Похвистнева запросила у регионального правительства деньги на реализацию инвестиционных проектов, на проектирование и реконструкцию водозабора «Западный». Он должен появиться по нацпроекту «Экология». А также завершение работ по строительству детского сада на 150 мест и физкультурно-спортивного комплекса с бассейном. Также финансовую помощь из областного бюджета получат Камышлинский, Соклинский и Сергиевский районы. Лариса Шлафаст, Константин Головин, «События».